Благодарю. Я попрошу. Девушка моя воспитанница. А пожилые люди только для того и живут, чтобы помогать молодым. Ты понимаешь, что это еще не конец? Понимаю. Что бы ты ни решил делать дальше, помни, что на Скеллиге ты всегда найдешь поддержку. У меня, у Краха, у его детей. Спасибо. Я буду об этом помнить. Я пока присмотрю за ранеными, но скоро мне надо будет возвращаться. Я оставлю вам немного лекарств. Будь здоров, Мышавур. До встречи. О чем думаешь? Не представляю, Каэр Морхен без Весемира. Я собираюсь спуститься в долину. На следующую зиму подыщу себе другое место для зимовки. Это единственный дом, который у нас когда-либо был. Останься. Нет, Геральт. Это место уже давно мертво. Самое время с этим смириться. Ну и как? Теперь я могу сказать, что видел на этом свете все. Я до сих пор не верю в то, что видела. Вы рисковали ради меня жизнью. Как я могу вас отблагодарить? Мы что-нибудь придумаем, правда? Обязательно. Что вы собираетесь делать? Надо возвращаться в Новиград на следующую войну. Если вдруг соскучишься, мы будем в лагере. А, ты? Жаль Весемира. Спасибо за помощь. Я отдавал долг. Ты сразу вернешься на Артскеллиг? Медлить нечего. Вот-вот начнется война с черными. Ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать? Знаю. И благодарю за это. Спасибо за все, что ты сделала для меня и для Цири. Честно, если бы я знала, что тут будет, я бы близко к Каэр Морхену не подошла. Рада, что смогла помочь, но я уеду, как только Ламберту станет получше. Вы едете вместе? У меня есть одна мысль, но для ее воплощения понадобится помощь ведьмака. Ламберт согласился мне помочь. Удачи. Еще раз спасибо. Теперь мы квиты. Мы можем поговорить? В чем дело? Постарайся ни с кем не ссориться. Эти люди приехали нам помочь. Ты собрался меня воспитывать? Нет, я просто вежливо прошу. Тогда я тебе вежливо отвечаю. Поцелуй меня в задницу. И как? Обожаю такие вопросы. Как я? Хуёво, Геральт! И ты отлично об этом знаешь. Я знал, что старичок не будет жить вечно. Да что там, я сам сказал Эскелю, что если что случится, я возьму его меч. Знаешь, он отлично лежит у меня в руке. Но Весемир заслуживал лучшей смерти. А умер раздавленный, как вошь. Мы отомстим за него. У меня это не вызывает никакого оптимизма. Пока. Береги себя. Решил справиться, как я себя чувствую? Спасибо. Могло быть и хуже. Это хорошо. Жаль мне Весемира. Я знаю, он был тебе близким другом. Спасибо. Был. Слушай, не хотелось бы мне вмешиваться между водкой и закуской. Не пойми меня плохо. Я вам помогу, что бы вы ни устроили. Но, по-моему, сейчас надо контратаковать. Надо отыскать дикую охоту и накрыть ее, как бык овцу. Нас слишком мало.
Мы чудом отбили атаку Дикой Охоты, и в следующий раз нам так не повезет. Прости меня, Геральт, но это жалкий лепет человека, который не может прочухаться после удара судьбы. Напейся, проспись, а прежде всего возьми себя в руки и обдумай это дело. Обдумаю. Зирайль обладает великой силой. Почему никто не учил ее контроля? Представь себе, кто-то ее все-таки учил. У нас не было случая поговорить. Благодарю за помощь. И за заботу о Цири. Еще будет время для благодарности. Сейчас надо забрать отсюда Зирайль, спрятать. И собрать более мощные силы. В Каэр-Морхене собрались все, на кого мы могли рассчитывать. В таком случае следует попросить о помощи врагов. Лучшее оружие против Дикой Охоты – магия. Значит, нам нужны чародейки, мастера магии. Ты имеешь в виду ложу? Большинство членов ложи мертвы, остальные в бегах. Филиппа Эйльхарт, Маргарита Лаантиль и Фрингилья Виго, скорее всего, живы. Франциска и Ида, ты думаешь, они согласятся? Думаю, мы их убедим. Ты поговоришь с Кейрой сама? Да. Наверное, так будет лучше. Я не доверяю ложе, но, похоже, другого выхода нет. Это так. Я заключила соглашение с Императором. В обмен на помощь ложа получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. Это будет нашим козырем в торге. Трис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек. Ты мне поможешь? Разумеется. У меня даже есть мысли, где начать. Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения! С меня хватит! Я не дам себя никуда вести, как мешок! Я не хочу сидеть сложа руки! Я устала ждать и прятаться! Ты права. Ты доказала, что можешь о себе позаботиться. Проще похлопать по плечу с мыслью, что все как-нибудь обойдется, чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Зирайль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать. Она опасна и для себя, и для других. Пока она не научится владеть собой, она должна оставаться в изоляции. Во-первых, ни хрена подобного. А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо ко мне. Пока. Я лучше пойду за ней. Подожди, ей нужно время. Позволь ей пройти через скорбь. А потом мы как можно быстрее начнем уроки. Она должна научиться управлять своими способностями. Все это обучение, правда, необходимо? Ты видел, что произошло? Цири может оказаться даже более опасной, чем Дикая Охота. Хорошо. Мы еще ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде. Встретимся у Лютика. Пойдем, Йен. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. До свидания. Ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после 8 попыток? А сколько я должна это делать? Сколько потребуется? У меня ничего не выходит! Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя.
По сравнению с этим маятник — легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? Авалак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило, ну что угодно, ты всегда умеешь взять себя в руки. Есть один старый способ. Меня ему научил Весемир, а его бармен. Отведешь меня в горы и напоишь отваром шалфея? Друиды-скеллиги использовали его веками и весьма успешно. Пожалеешь. Эй! Ты жульничаешь! Но! Иди сюда! Шутки кончились. Но! Иди сюда! Сюда! Но! Иди сюда! Эй! Это нечестно! Но! Иди сюда! Сюда! Эй! Это нечестно!
сюда. Ты был прав. Помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий. Что такое? Вставай, пора ехать. Я коней заседлала. Цири, только рассвело. Куда ты собралась? В Велен. Через несколько дней на Лысой горе будет шабаш чародеек. И знаешь, кто у них почетный гость? Не знаю. Просвети меня. Имлерих. Лучшего случая его достать у нас не будет. Как тебе это вообще пришло в голову? Я хочу отомстить за Весемира. Шабаш — это идеальная возможность. Имлерих будет среди своих, пьяный и расслабленный. Он не будет ждать удара. Чувствую, Авалак будет не в восторге от твоего плана. А ты его здесь видишь? Я оставила ему письмо. Мы встретимся в Новиграде. Пойдем. По дороге поговорим. Подожди. Сначала я должен тебе кое-что сказать. Ты знаешь, что Император искал тебя? Йеннифер говорила что-то такое. Он хотел увидеться с тобой. Зачем ты мне это говоришь? Потому что, возможно, это твой последний шанс увидеться с отцом. Думаешь, надо съездить? Может, он просто хочет поговорить? Ты уверен? Он обещал, что не будет тебя ни к чему принуждать. То есть я должна ехать? Он твой отец. Вы зиму по дороге. Почему бы не заехать? Поедем? В путь. После битвы в Каэр-Морхене, которая едва не закончилась смертью всех защитников крепости, Цири начала думать о месте предводителем дикой охоты. Однажды ночью она разбудила Геральта и убедила его отправиться в Велен. Цири знала, что на вершине Лысой горы она встретит Имлериха. Девушка собиралась его убить. Ваше Императорское Величество, Геральт из Ривии и... Цирилла Фиона Элен Рианон, королева Цинтры, принцесса Бругии и герцогиня Содонская, наследница Инис Артскеллик и Инис Анскеллик, владычица Атрея и Абьяра. Привыкай. Вскоре перед тобой начнут преклонять колени все, от Нильфгаарда до Драконьих гор. Я не думал, что ты сдержишь слово, ведьмак. Я всегда держу слово. Я тоже. Твоя награда. Я приехал не за платой. Ты просил привести твою дочь. Я сделал это. Цири выслушает тебя, и мы уйдем.
уверен? Тебе не придется убивать чудовищ по сточным каналам. Я уверен. Понимаю. Честь не позволяет принять плату. В таком случае в конюшнях ждет чистокровный нильфгаардский жеребец. Прими его в знак благодарности. Благодарю. А теперь прости, я хочу поговорить с дочерью. Сюда, господин мой. Белый Волк, рад тебя видеть. Приветствую, генерал. Надеюсь, переправа через Понтер не доставила неприятностей? Нет. Полагаю, вы переправились через брод под Бен-Глиан. Хорошо, что вы не поехали на Ринду. Там все еще неспокойно. Родовит надеется прорвать Западный фронт. Но у него нет шансов. Еще раньше, чем принцесса станет императрицей, мы и там наведем порядок. Цири еще не дала согласия. О, ну конечно, у нее достаточно такта, чтобы не принимать еще не сделанных предложений. Но от такого не отказываются. Неужели? Ты знаешь кого-нибудь, кто бы отказался стать императором Нильфгаарда? Я думал, такие истории рождаются только в головах замечтавшихся бардов и поэтов. Пропавшая дочь величайшего властителя в истории континента является накануне его окончательной победы, чтобы принять наследство из рук отца. Простаки обожают такие истории прекрасных нежных принцесс, которые... Геральт, мы уходим. О, рад тебя видеть, госпожа. Взаимно. Нам уже пора. Очень жаль, что вы не можете остаться. Я надеюсь, случай еще представится. А я наоборот. Ну что? Если он думает, что может меня купить, то глубоко ошибается. Он предложил что-то определенное? О, весьма определенное. И весьма абсурдное. Прости, я не хочу об этом говорить. По крайней мере, не сейчас. Я не настаиваю. Поехали.